Ребята, всем привет! Сегодня у нас 30 октября 2017 года. И мы выехали опять на прогулку, точнее не на прогулку, выехали мы в магазинчик. Секунду. Оп! Перехватили камеру, как обычно. Выехали мы в магазин. Немножко там себе кое-чего прикупить. Так. Вот я качусь по другой улице, по которой вы еще не видели, что я езжу. Вот с правой стороны от меня, ну там вдалеке сильно не видно, но там находится детская школа. Так, кстати, время сейчас примерно время 2 часа мы перевели вчера назад. С Россией сейчас разница у нас 2 часа. Значит, сейчас время часов, наверное, 10 утра. 10 утра точно. И вот смотрите, я еду. Хорошее место мне понравилось. Ну ладно, поехали дальше. Короче говоря, еду я за продуктами. Проезжаю школу. Еду по окраине города. 10 часов утра, на улице градусов, наверное, 12-13. Но светит солнышко, так нормально. Ну, что вам еще сказать? Просто качусь. А вы посмотрите, как это у меня происходит. Домики проезжаем. Это, в принципе, такая же у нас промышленная зона. Такой же промышленный райончик. Секунду. Перехватим теперь сюда. С одной стороны школа, с другой стороны вот такие предприятия. Есть фирма «Гамма», кстати, в России она тоже есть. В России фирма «Гамма» производит такие швейные фурнитуры и тому подобное. Здесь фирма «Гамма», она делает ведра всякие пластмассовые. В общем, все, что для хозяйственных нужд требуется, тем и занимается фирма «Гамма». Ну и всякие предприятия. Ладно, пока что все. Чуть позже еще мы с вами созвонимся, или точнее встретимся. Небо голубое-голубое сегодня, класс. 30 октября 2017. Все, всем пока, ребят.